Подготовка к маршруту. Маршрут Гашрим. 28 километров. Начинаем с заправки Алона. Нахальшнир. Это Нахальшнир, я понимаю. Баня. Чтобы земли искать. Пришли сюда, здесь воевали у местных земли кусок земли. Просто там выход, короче. Все, поехали. Очередная настройка техники. Доводка тонкая. Уважаемый министр. Я помню. Сказали, когда я... Как же без вспышки? Каждый кричит, что у него лучше. Наши в городе! Ой! Следующее дело. Будем на карбоны. Сказала. Понимаешь? Ты так проверяешь защиту по стертости коленок. Какая меньше стерта? Я, если честно, про стертость не думал. Да почти тебе еще далеко. Я ее так. Вот так. Она тоже надо ночь подкачать. Только шелковица. А кто говорил, что в Израиле нет шелковицы? Потом доказательство обратно. Класс. После Лёни, конечно, уже тяжеловато что-то. Да. Ну вот. Наш оператор, которого очень редко можно увидеть в кадре, сейчас наконец прямо... Поймёл. Да. Ещё не всё, ещё есть на чём поработать. Класс. Так, кого тут выжрать надо? Где тут эта шелковица? Покажите. Ты что, не замечаешь, ты ж по ней едешь. Ну я ж с дороги не могу, мне надо. Да. Шелковица. Иди сюда, шелковица. Ух ты! Вот оно детство. Ой, ой. Не оно? Да я. Оно, оно. Не, не оно, Паша, не даже не пробуй. Мне кажется. Ну киш, киш, киш. Она самая. Сейчас уберите ярче. Нас снимает скрытая камера. Почему скрытая? Вполне открытая. А нам в какую сторону ехать? У нас тут такой звук шкодный, когда едет. Ага. Они прогибаются. А в какую сторону, ребят? Нам туда. Ну нам туда. Туда, туда. Только Барба, ты идешь. Мы заранее по маршруту идем? Да. Улыбочков! Вот так. Вот мы добрались наконец до Нахаль-Хермон. Вот так. Вода. Thank you.
это вода, Барба. Браво, 8-9. О, какой кайф. Класс. Рекомендую всем. Это пока вся остальная группа купается, кто-то пожирает здесь кабанов. У тебя батарейка почти мертвая. Ой, еще три штуки, там почти мертвый, еще не дышит. Димка, сори, мы тебя там внизу оставили, думали, они придут, а они здесь поднялись. Да я понял. Эту черную я увидел, а серую не заметил. А, тоже вляпался. У меня то же самое. У вас снимает скрытая камера. А зубки на что у тебя? Давай, давай. Чистый. Сейчас я, Саша, вычистит, но получишь, за 5 шекелей, но получишь кожуру от того, что он вычистит. Вот на, Димка. Как ты его разломал? Так, поговорю, Остап, только делайте языку.